живущий за границей. Русские неохотно празднуют местные праздники, но зато очень разгульно и шумно свои с песнями, танцами и горячительными напитками. Два Новых года, два Рождества, Пасха, 8 марта, день рождения. Много ли праздников достойны быть отмеченными? Устав от шумной пирушки у русских соседей, местные жители порой вызывают полицию, пишут жалобы в муниципалитет, даже не делают попытки выяснить отношения с соседями. Ну а русские оценивают такую манеру очень негативно, принимая это как проявление трусости или высокомерия. Неужели нельзя было договориться по-хорошему, считают они. И не в состоянии понять, что такое поведение местных диктуется правом неприкосновенности их территории, которое может быть нарушено только полицией и никем более.